Йоу-йоу-йоу, мы находимся на колокольне над самим монастырем Кикос. Эти колокола изготовлены русскими мастерами, и не был бы я тоже русским, если бы сквозь закрытые ворота не перелез бы и не позвонил бы в колокол. Я знаю, что это запрещено, и я знаю, что в монастыре сейчас тоже у всех будет вот так вот, к тому же, что ждем митрополита Хризостома, которого мы встретили по дороге сюда, но тем не менее, я делаю это. Люкс. Смотрите, ага. Как это примерно звучит. Не кидайте сейчас ко мне. Да. Не могу сказать, чтобы лично мне это доставило какое-то удовольствие. Акустический шок я получил. Тем не менее, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии туда-сюда, колокольцы. И очень приятно было с вами иметь дело. До новых встреч!